Лео, знеструмило Петровський водозабір. Цим частково перекрило водопостачання до окупованого Луганська та прилеглих селищ. Попаснянський водоканал заборгував енергетикам 173 мільйона гривень. Нагадаю, 90% води підприємство-боржник постачає саме на непідконтрольну територію самоназваної ЛНР. Я думаю, что на неконтролируемой стороне с поставками воды на сегодняшний день особой проблемы нет. По той информации, которая звучит в средствах массовой информации, водоснабжение ограничено максимум на 10%. Деньги за воду на неконтролируемой стороне собираются. Даже в последнее время начали в сумках наличные деньги передавать на мосту в городе Счастье. Но мне эти деньги практически не поступают. Поэтому за те деньги, которые там на неконтролируемой стороне собираются, на сегодняшний день производится модернизация сетей, переподсвечение, строятся новые скважины. И информации ближайший год, как отсутствие года полностью так называемая ЛНР откажется от поставок воды с контролируемой части Луганской области. И эти долги, которые на сегодняшний день есть, они будут в подвешенном состоянии.